27 октября в Казанской ратуше в новом формате прошел лицейский бал, посвященный 225-летию Николая Ивановича Лобачевского. Для учащихся лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета, которые стали главными героями дня. Сегодня мероприятие, с одной стороны, традиционное для нашего лицея. Всегда в октябре проходит лицейский бал, и всегда он имеет определенную тему. В этом году наш бал посвящен 225-й годовщине Николая Ивановича Лобачевского, имя которого носит наш лицей. Любопытно, что более из 500 лицеистов, большинство учащихся молодые люди. И если обычно для формирования пар на танцы не хватает мальчиков, то в этом случае все получилось наоборот. В итоге некоторые молодые люди участвуют в танцах сразу с несколькими партнершами. Лицей каждый год готовится к этому мероприятию. Это очень значимое мероприятие для нашего лицея, поэтому каждый год каждый парень, каждая девушка выбирает себе костюм, и из года в год они не повторяются. Это очень волнующе на самом деле. Я ходила с подругой, выбирала платье около 2 недель. Вот. А сегодня утром было очень страшно вообще собираться, ехать куда-то. Превосходная возможность для девушек показать свою красоту, вообразить себя принцессами. Для меня это прекрасная возможность прогулять уроки. Ну а также действительно это безусловно интересно — окунуться в атмосферу того времени, почувствовать себя на месте одного из тех людей. Хоть и на дворе 21 век, лицеисты по-прежнему любят и следуют традициям, которые так долго чтят лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз.